Добрый день, друзья! С вами Дамир. Продолжим ВЗ-132. Я тут продал ВЗ-131. Там за 700, сколько там, тысяч серебра. Вот поэтому у меня есть почти 200 миллиона. Девятка стоит у нас 3400. Надо еще 1 300 000. Я посчитал, у меня в складе где-то 750 тысяч серебра есть. 750 тысяч. И мне надо еще 650 тысяч. То есть вот пока, скажем так, сколько мне тут. Ну, условно, 100 тысяч опыт надо. 105 тысяч. Вот за 105 тысяч я должен как бы фармануть недостающееся мне серебро. Думаю, это возможно. Как бы фармить не столь прям много. Бывает там бы и минуса можешь уйти, если, например, ничего не получилось, то там с нулем умер. Вот, но бывает бои, где можно 30-40 вывозить. Есть хороший бой, много насветил. Мало пострелял. Кстати, снаряд сколько стоит? 250, ну, довольно-таки дешевые снарядики. Все, отправляемся в бой. 6 дней прямо аккаунта осталось. Предыдущее свое видео как бы сделал на две части. То есть вначале поиграл, ну там где-то полчаса, и это решил, ну, пообедать. Вот, а потом записал остальные полтора часа. И мне сейчас вот сейчас приходится склеить эти два видео через программу. То есть, ну, склеить, то есть склеить все быстро. Другая проблема — это потом видео 8-гигабайтное нужно выгрузить все на жесткий. Вот здесь как раз и проблема. Очень долго все это делается. Ощущение, как будто что-то поменялось. Как будто что-то мне неудобно. Не могу понять, вот что-то мне неудобно. Мне безумно повезло, что меня не пробило. В 75 никто не упарывается. Пробитие.
Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Не успел у меня перезарядиться пушка. То есть я пытался на максимум, но сейчас КД у одиносика стало быстрее. Раз 2.73 было, сейчас вроде 2.5. Вот. Ну вроде 2.5, может 2.2 стало, я не помню уже. Вот. Если у него было 2.73, как по старинке, я должен был вроде быстрее выстрелить. Так вот, чуть-чуть мне не хватило. Гриль, красава. Ну как Грилю повезло. Ему просопортили его. Ну Гриль, ну блин, ну чё ты слепой что ли? Гриль какой-то реально никудышный оказался. Ну видно, что сейчас будет в него стрелять. Куда он на него поехал? Скажите, можем да выиграть? И 7. Много же хп. А кстати, говоря, что там делает наш ХВК? Что тут с ХВК-то? Он вылетел, что ли? Стоит и стоит, смотрит куда-то. Нифига, стерва проехала. Как там разминулся-то из 7? А, я понял. Или не понял. Непонятно, в общем. Да, и 7 сдох.
Ну да, конечно. Артака во всем виновата, когда один игрок толком ничего не сделал, другой 404 накидал. Ну, красава, 4-400, 10 мастеров. Арта ни в чем не шарит. Ну-ка, арта. 38 мастеров. Напишу-ка это пацану. Шестнадцать тысяч боев, 10 мастеров. У меня за 11 тысяч боев 11,5, 100 мастеров. У меня даже на этом аккаунте уже 4 мастера есть. Ладно, неудачный бой. Не пошло, не получилось. Ну тяжело реально, потому что на гору у нас не приехали СТшки. СТшки. Не, 74 хорошо, и 75 как хорошо, но он сдох очень быстро, толком ничего не сделав. Я не помню. А, ХВК же у нас там. Вылетел, походу, ХВК. Да. Могли выиграть, если ХВК бы играла. Не, ощущение, что у нас кого-то не хватало на горе, вот прям. Ладно, ХВК, кто еще? Почему у нас так мало на горе оказалось, а их много? Так, что еще может интересно произойти? 4 ЛТ. Я только прицеливаюсь приблизительно, где он там стоит. И как бы все уже, увы, ах. Так, ладно, я поеду вперед. А, я же в топе. Я даже что-то проглядел этот момент. Уже отвык, что я в топе играю. Да что ж происходит, а? Да как так не пробивается? Мне просто через гуслё ломает быка.
ехать. Я за... Зае уже, мне бока все время ломает. Слава богу, вот эта починка есть. Если бы не эта починка, просто капец. Увы, ах. Ничего не получается толком. В общем, не просто. Там еще борщ где-то гуляет. Заряжу-ка я фугас. Жалко, что я его не попал, не пробил, что там произошло. Но фугас 337 зашел.
Наводчика сломал. Ну вот этого пацана ТСР-3 сколько раз не пробил. И он уже... Его же... Его перевели в HD, да, уже? Т-43. Я не помню. Давайте Т-43 в броне посмотрим. Я просто очень сильно удивлен. Ну ладно, он мне там пробивал. Легко это делать. Я там как бы... Я как бы танковал бортом. На самом деле 20 мм там все пробьет. Так, он в HD, да, уже? Да, он уже в HD. Уже HD. Со своим бронепробитием 189, да, вроде как? Вот как я его мог не пробивать? Вот куда у меня должно было лететь, чтобы я его сюда раза 2-3 не пробил? Это ужас. Не понимаю. Так вот, скоро у меня уже появится здесь боебратство, но здесь вот 31 еще нужно, 31 тысяча накопить. Ну все, поиграл в топе, наигрался. Я с семерками биться не могу. Я семерок должен бояться, то есть вот Т-43, я Т-43, там, А-43 и прочих я должен бояться. Ну, поеду, посвечу. Диносик с двумя отметками. Почти зеленый игрок. Я как бы легко сделал две отметки на диносике. Но третью довел до 93% на основе. Светить, к сожалению, не получилось с тяжей. Потому что я сам засветился.
Такс. Надо, может, попробовать как-то Скорпиона посвятить. Да, наши СТшки в центре страдают. Ну да, он нас просто захватили весь все первое крыло наше здесь очень кучно встали. Полетело. Да черт подери. Сеешь с одного, попадаешь по другого. Увы, ах, здесь ничего не получалось. Просто ничего. У нас просто куча танков приехала на эту линию, на ту линию никто не приехал. Видимо, у нас дисбаланс по ТТ был, но у нас ТТшки-то никуда не поехали в итоге. Диносик красава. На самом деле. У них тоже накуролесил. Ну, давайте посмотрим. У нас ИС-6. Раз, два, три. 4, 5, 6, 6. Першина, да, еще приехал сюда? Или нет? Пускай будет 7. Вот они все приехали на один фланг. Больше без понятия, где был. АМХ-30 и пилот находились на кемпе в центре. Этот, видимо, тоже к нам приехал, чтобы пострелять вдаль. Вот такие итоги. Пока что не получается.
Я могу еще себя обвинить, потому что я не показал тяжей, которые едут к нам. Я решил пострелять и не стал светить. Но я бы, скорее всего, один все равно засветился бы. Там еще скорпион стал. И мог от скорпиона еще выхватить. В идеале нужно забирать первую линию. Ну все, кончилось. А у меня альфа не прошла. Ну все, кранты мне. Конечно, ему спасибо, что я выжил. Я фугасом, оказывается, стреляю. Нормально летит у меня снаряд.
Как я пробил обычной ББшкой? Я надеялся, что попаду в лючок, конечно, но мало ли думал. Отлично. А это не я свечу, да? Круто. На автоприцеле не пробиваю. Неплохо, 2600 кидал, 3400 насветил. Мастер. Офигеть. Два 900 накидал, 3400. Сорок тысяч форманул. Отправлю в реплей. Надеюсь, подождете. Ничего страшного. Сыграл всего 4 боя. Ну как это все тяжело было. 5200 опыта. Бои тяжело идут. Действительно стало очень много тяжи. Смотрите, вот просто тяжи, 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 тяжи. Ведь когда патч только пришел, 9.18. Люди особо на тяжах не играли. Просто куча-куча ЛТ было. И, ну, по факту не было брони в игре. И вот он начало появляться. Для меня это определенная проблема. Пробивать-то сложнее стало. Ты мне просто не летит и все. Да, по крайней мере, показал пацанам, кто туда приехал. Вот только одно пробил, блин, остальные все с этими чита-бортами
тяжело прицелиться, попасть. Потому что как бы бубашка нужно заранее прицеливаться. Потому что пока долетит, сколько времени пройдет. Ты сволочь, решил по мне пора поработать. Увы, ах, все, тут кончилось все. Думал, получится, не получится. У нас почему-то везде все сдохло. Лорка, блин. Он еще сын визы кидает. Мы как бы проиграем этот бой. Непросто выиграть его. Очень непросто. Блин. Ты здесь вниз упал. Сейчас там CDC будут упарываться. А, красава.
Да, было невероятно тяжело пробивать. Очень тяжело все пробивать. Молчал просто и все. Как-то так все. Расстроенный даже с этого боя. Тупо ничего не можем. Были бы еще под калибр, еще можно было из их софт-третьих как-то пробивать. ББшкин просто нереал. Как-то, не знаю, вот маленькое бронепробитие для ИС-3 маленькое, 180. Тупо должно повезти с вылетающим бронепробитием, плюс еще читы борта, когда снаряд не летит, а летит в борт. Читы борт. И ты его не пробиваешь. Ну, не читы, а фальшборт. Вот. Нет, там Т-49 вообще красава. Он единственный, кто мог отбиваться, потому что наш Т-10 просто какую-то херню делал весь бой. То есть он стоял в бою, не участвовал в этом, скажем так. У меня, к сожалению, не было хорошей позиции. Там есть, в принципе, неплохая позиция, но очень много ИСов 3. То есть я сейчас вот засветился и умер. Хотя меня лорка убила, не с третьей. Но все равно. Была бы крепкая башня, чтобы как-то от башни играть, но башня ведь не крепкая. Так, попал в топ. Что делать? Ну, буду как обычно ездить. Я мог бы как-то Т-49 стоять, оттуда стрелять. Но не имея крепкой башни у ВНов, невозможно там стоять. Я надеялся, что сделать перекрестки, то есть Т-49 там, я отсюда перекрестный, но в итоге я не нашел позицию. Как я мог этот перекрестный сделать? Как бы я светил вот ИСов 3, то есть Т-49 по ним мог стрелять. Но я, к сожалению, был все время в постреле. Нечем было танковать. Куда у меня снаряд полетел? Ужас. Понял. Есть
Так, пойду помогать они, что ли? Бы они хоть бы жила. Нормально, 6 фрагов сделал. Арте, спасибо, как всегда. Все. 4-2, 4-6 и 26. 26. Еще много. Я как вы вообще, да, в целом молчу, ничего не говорю. Просто так тупо играю, нифига себе, бой одного уровня. Для ГФ здесь, конечно, комфортнее играть. У него и обзор, и ДПМ, и УВН. Хотел, кстати говоря, я до этого, до 9.18, я вот этот черного бульдога вообще не хотел. А сейчас мне как-то даже его хочется. За то, что он хорош. У него ББшка пробивает вроде даже лучше, чем у ВТВЗ. При этом у него фугаса есть с пробитием 102. Thank you.
очень много что-то противников. А Худо стоит там. Удас тут бежал, что было мощи. Блин, нашу базу взяли, козлы. Ой, еще эта арта, блин, просто так попадает. У меня что-то там лагануло, то ли что. И бац. Я мертвый. Ну, мертвый. Бахнул по мне. Какие-то микроконтроль. То ли я теряю, то ли у меня действительно лагает, либо у меня в голове лагает уже. Я замечаю, что у меня вот когда такие бои, ну, когда движуха какая-то,
Видимо, я теряю какой-то микроконтроль, когда я не успеваю все сразу это сфокусировать. Видимо, это просто уже усталость. У меня уже просто первый час ночи. Не знаю, меня, видимо, надо что-то медленное сесть. Видимо, я уже устал от быстрой техники. Да, я там от ружки засветился. Неудивительно. Нормально, да, у нас? С Рудиат, пожалуйста, топовый танк. А мог уже умереть. Нет, в лоб как-то так.
Ай, гад. Вот где все наши пацаны? Вот что они делают? Ну что там у него? 47% побед. Мозгов нет. Я приблизительно представляю, какой там игрок играет. Обычно такие игроки, я вам по секрету скажу, 47-50% обвиняет, даже не 50, наверное, 51-52, обвиняет команду. Типа я, не я, вы должны тащить. Это я попал в плохую команду. Типа вы должны тащить. Ну, не он должен играть. Типа я сыграл как смог. Это вы все козлы. Типа такого. Честно. То есть я... Именно вот так, если поговорить с игроками. Именно вот этого уровня 47-52%. Они все именно приблизительно так говорят. Если ты как бы демонстрируешь хорошую игру на танке, играешь лучше, да, чем все остальные. Вот, например, я на ВЗ. Я накидал 2000. Почти в два раза больше своего ХП накидал. ВН 8 соки и так далее. Я по факту себя реализовал. Я накидал все равно больше своего ХП. Вот защитник, конечно, просто меня поймал. Вот, примерно 50% побед. Можно винить команду, конечно. Что и в этом случае. Но урон-то у меня, видите, какой высокий, много света. То есть я стараюсь для победы. Хотя бы здесь у меня 61. Потому что на ВЗ у меня толком не получалось. На Т-54 играл до патча 9.18, когда еще баланс был такой, чтобы девятка попадал. Надо бы на нем поиграть, конечно, как-нибудь. Но, опять же, я на нем поиграю, если у меня серебра не будет хватать, я думаю, что я нафармлю серебро на девятку. Вот, а на десятку я более чем уверен, что я не смогу нафармить 6 миллионов. Так что на Т-54 я поиграю еще. Так, сколько я провел... 8 боев и 9500 опыта. Да, из-за того, что побед мало, тяжело с опытом. Отлично. Попал десяточком. Что тут делать можно? Ну, поеду как обычно, но я, наверное, там буду мешаться. Т-40. Так, обла, 49 миль. Я думаю, я бы мешался. Револиз за еще. Я бы мешался. Давайте я сыграю не по стандарту, я поеду налево. Ну, посмотрим, конечно, как еще команда разъедется. Уже как и 7 мне не нравится едет.
Так, надо посветить как бы. Нифига у нас там бат. Нормально летит. Двигатель поврежден. Максимальная скорость снижена. Просто блайнданул собака. Ну, 46 пан. Куда ты же, наверное, поедет? Не будь же. Офигенно. Ну, Паттон, хара стоять, а? Я за него стою здесь весь бой. Жду его. И один раз не попал. Собака. Дождался его. Наверное, лучше было раньше ехать. За какого-то одного выстрела я, блин, стоял, ждал. Сейчас, блин, в жопу накидают эти грили. Да борщи ему. Ну вот. Реально, я перестоял. Вех. Я попал веса четвертого в крышу. Я же ему в крышу целился. Залетело ему в крышку. В топе. Ой, респ удачный. Хотя такое.
как бы я займу, да, эту имбо позицию, но я, блин, топ и танк. Хотя, какая разница, топ, не топ. С этой стороны, как бы, выгодно здесь играть. С той стороны, здесь выгодно играть. Но здесь тяжело, то есть ты там, может быть, в перманентном свете, а здесь, как бы, ты можешь отсветиться. Но здесь тоже от арты можно получить. Если арта знаешь, что тебе нужно выбивать. Уф, повезло. Я так еще замедлился специально. Ну где там? УВН, мои УВН. К сожалению, не попал.
круто. Здорово умер. Мечтал так умереть. Ну, в принципе, получился неплохой бой. О, у меня уже вторая появился, второй плюсик появился. Наверное, четвертый плюсик даже на следующем видео двухчасовом не появится. Я ж по 15 тысяч опыта играю. Это приблизительно 2 часа игры. Вот. А там еще много на четвертом. Нужно опыта до боевого братства. Но с боевым братством уже будет полегче, если обзор у меня станет максимальным. КД уменьшится, точность чуть улучшится. Станет, ну, как бы чуть-чуть попроще играть. Хотя бы обзор вот будет максимальный. Да, у них тяжи получше, да? А нет, у нас есть третий. А кто у них? А у них нет тяжи, у нас есть третий. Только нашу весу третий надо вперед ехать. Охренеть, бульдог пролетел. Скорпион, да? Командир контужен, видимо, снижена.
Ну все, больше нельзя подставляться. Ну это имба позиция вот там, дефовая. Ой, спасибо тебе, пацаны. Просто спасибо. Ой, просто лучшие. Хотя бы один выстрел. Ну, борта не танчат. Если бы борт танчил бы, я бы еще дал выстрел. Как бы этот деф. Здесь легко задефиться вот этой точкой. Здесь все высвечивается, все отстреливается, то сюда пытается ехать. И все. Надо как бы снизу выезжать отсюда, чтобы все это высвечивать. Чтобы отсюда могли туда стрелять. И в гору стрелять. Ну, вот здесь бульдог стоял, то есть понимаете, я сюда не мог встать никак. Здесь тоже бульдог. Арта же наш, арта же не стрелял по этому бульдогу. А меня сразу, блин, скимперили там Скорпион, ЛКВ, ФВ. Все сразу по мне скинулись. О, у третьего появился. Открылся уже плюсик. Кстати, говорю, меня очень долго ждать. У меня 67% на кодировке. Вот это двухчасовое у меня. Так, предыдущее видео. На 67%. При этом я его запустил. Очень давно. Часа 3, да, он уже кодируется. Да, 3 часа уж точно кодируется, если не больше. Куда-то все пропали скилловые игроки. Они как бы встречаются, но очень редко. И бывает так, что не в моей команде. То есть почему-то пошло вот это вот. Обычный рандом. Желтые, оранжевые. За ШБ. Нормальный я подъехал.
Я не засветился еще. Понятно, там на простреле стоят. Здесь, видимо, куча танков стоят. Все, ясно, надо отсюда уезжать. Наши вон как скемперились. Порвали целый фанк. Порой не, иногда что-то такое удивительно происходит. Куда снаряд летит? Надо попадать. Каждый выстрел должен залетать. У меня просто не летит попадание второй раз. Куда снаряд летит? Броня не пробита. Ужас. Не летит у меня и все. Броня не пробита. Готов. Слава богу, залетел, сейчас могу посветить.
Я как бы льва посвечу, но... Я не могу стрелять, тут туда. Не полетела. Не полетела. Пробил. Победили. Отлично. Не знаю, как там ЛТшки у них сдохли. Как бы все равно, что там произошло с ними. Ну, у них как-то глупо из 6 лев так стали, интересно. Это Т-29, один задефился, 2-200 натанковал, 2-100 насветил, красава, один фланг затащил. Тапок по факту ничего не делал, он стрелял, скорее всего, по свету Т-29. Он не танковал, что должен был он делать. Так, 14 тысяч, если сейчас будет бой и победа. Хороший бой, то все, будет последний бой. 15 тысяч будет. Я как-то подустал. Здесь осталось 19,5. Ну, 20 тысяч. Не с половиной, 20 тысяч. Да, да, сейчас сбью еще 15 тысяч. Следующие 2 часа видео все равно не будет. То есть только на следующем видео у меня появится боевое братство. И нужно будет 40 тысяч плюс накопить. Чтоб сразу 100% экипаж стал, когда за серебро переобучу на девятку. Играю уже почти 2 часа. Да, внизу списка карта плохая. Вообще не представляю, что делать. Просто ноль мыслей. Как бы в центре играть, но... 90-ки, еписи. Бульдоги. Не хочется. Что вытворяют? Не, реально не хочется что-либо делать. Я лучше подожду. Подожду, посмотрю, что будет. Как-то вот куда-то лезть не хочется. Нормально я шотнул и не засветился.
О, нет. Нет, я успел, да, засеяться? Он куда-то в меня целился. Увы, ах, не попал. Мне не спил, не попало никакой урон, но кто-то мне там бахнул. То у нас тут все плохо. Везде плохо, я бы сказал. Куча там танков на горе. У нас понятно, почему проигрываем М7, потому что никуда не поехал. Увы, ах. Ничего у нас не вышло. Вот без понятия, что делать. Просто без понятия. Пойду умру. Конечно, дисбаланс как это вот этот, когда на гору сюда забираются и все простреливают, все убивают, что сюда заезжает. Это реально дисбаланс. Я не люблю здесь вот играть. Как бы не это причина, что сюда залезают. Просто не люблю играть именно в этой точке. Мне попроще по приколу вот здесь играть, да, в эту точку. Здесь как-то все равно не очень. Какое-то говно сделали, потому что все равно есть разные прострелы. То же самое вот эта херня. Это надо залатать, чтобы убрали полностью вот эту херню. Чтобы не было так, чтобы там сидели в этой херне. И все. И ты не мог ничего сделать. Ни захват встать, ничего не сделать.
Это сейчас все чаще же появляется. Смотрите, сколько там танков стало. Игроки там все сейчас прокивают. Хоть 47%, хоть 45%. Они увидели вот этот заезд и давай туда заезжать. Ну, как говорил, там Епися просто все рулит. Куда Епись не приедет, везде уже с ним проблема против него. Как бы его в лоб-то его не пробить мне ББшкой. В НЛД там... Такой фар должен был, чтобы я его пробил в НЛД. Я же еще от гриля засветился, если бы я не засветился, я еще мог попытаться там, вначале в жопу дать, а потом пытаться так добить. А в итоге ни туда, ни сюда. Я могу вроде, да, пострелять, если это 29 не засветят? Блин, врезанулся так неудачно. Надеюсь, они ошибутся и поедут как обычно. Смотрите, как наш ИС едет. Тормознули. Да, я хотел просто этого пострелять. Блин, начал смотреть во все стороны, и в итоге наш, видим, Е-25 не видит. Пойду Е-25.
Блин, мы просто танки теряем. Я не знаю, блин. Насколько же они слепые и тупые? Ладно. Это слив, потому что я решил этим дебилам помочь. Но дебилы, нафига помогать кому-то, лучше играть на себя. Лучше бы я стрелял. Было бы больше эффекта. Чем бы, блин, я этим с этим дебилом как-то скооперировался. Я хочу на свой труп навести. Кто по мне стрелял? Е25 и кого 222. Понял. Мне показалось, что по мне еще кто-то стрельнул. Это Е25 по мне два раза смог попасть. Или у них два Е25. То есть, скорее всего, один Е25 бахнул, потом другой Е25 бахнул. Видимо, две Е25 или одна и та же Е25 мне бахнула. Скорее всего, разные Е25. То есть другой успел приехать. Да-да-да. Один же здесь где-то стоял. То есть они успели здесь приехать и меня зажали со всех сторон. Типа, убить его обязательно надо. Типа, вот он самый опасный. Так и случилось. Пятнадцать тысяч нет, вот так уж буду еще один бой играть. Уф, устал. 50% побед. Еще десятки. Лучше с водами играть все равно. То есть вот когда была тема, постоянно в топе еще как-то игралась. Сейчас я понимаю, что опять же лучше это как на вызов 31, лучше с взводом. Баланс как бы не изменится, а с взводом как-то попроще. Как бы ты не должен жопу все время попадать, полную жопу, ты все равно будешь в таком же балансе играть. Он не поменяется. В плане того, чтобы побеждать, только игрок, ну, взводные игроки должны быть тоже хорошими. Круто, да, у нас полетели пацаны. 416 там едет, дохнет. Он же видит, что там куча противников.
Где-то что-то вижу, а где не вижу. Там КВ-4. Как меня достало. Вот честно скажу, как меня это все достало. То есть 7 у нас на базе стоит, то КВ-4. Это безумно достало меня. Что, постоянно каждый бою столько дегенератов, столько... Все, мы зеленку просрали. Смотрите, у нас КВ-4 послушался. Не знаю, мне кажется, это Wargaming свой онлайн таким образом повышает. Они просто ботов запускают в игру, чтобы P7 на базе стоял, чтобы КВ-4 на базе стоял. Это тупо бот Wargaming. Эй, блин. Арта заебали, блядь. Я уже не могу не материться. Меня арта просто бесит. В каком-либо патче, хоть как она меня бесит. В каком виде угодно. Ай, я не могу. У меня и процент побед сейчас стало, да, меньше 50. Отлично. Какой-то нерадостный это стрим получается. Потому что я весь бешусь, просто бешусь от этого рандома. И КВ-4. Где там КВ-4? Давайте еще в прошлом бою я на ИС-7 пожалуюсь. Это не здесь.
здесь давить. Ой, я не знаю. Мне прям играть не хочется. Мне кажется, Wargaming повышает за счет своих ботов свой онлайн. Смотрите онлайн в танках. Да, сейчас как бы, по-моему, время 2 часа. По Москве-то еще 12 часов нет. По Москве. Онлайн, смотрите, какой, 239 тысяч. Онлайн в танках просто офигенный. Просто боты на боте играют. Именно вот такие ощущения у меня возникают. Давайте я еще один босс играю. Пофиг. Пускай будет еще ниже процент побед. Просто пофиг. 15 тысяч накопил, ну и ладно. Просто ужас. То есть два пацана просто упоролись, сдохли. Видели? 416 видел, что там куча толп. Нет, он поехал, умер. Здесь мы тоже проиграли. Смотрите, у них игроки есть. Хорошие. У нас зеленые, конечно, есть. Взводные. Но опять же, это внизу списка я. Это меня запарило. И КВ-4. То есть минус 3 танка у нас. У нас уже минус 3 танка. Изначально. Это как и седьмой вот. На Священной долине ничего не делал. И у нас две ПТшки встали на базе. Охраняют базу. И со седьмого охраняют. Респанул у меня просто супер. То есть я не могу никак сквозь всю эту ряду проехать туда уже. Посветить. Они, видите, даже с друг с другом все врезаются. Ощущение, что мы все просрали. Отлично, 140 у нас поиграл. И арта тут меня фокусит.
Ой, я не знаю. Сразу фокус, блин, ловлю я почему-то. То есть обла залетает, там вирушка залетает, а фокус я ловлю. Мне это просто заебало. Это вот статистика моя, так, блин, как пятно такое. Стреляйте все в меня стреляйте. Вот реально, все, кто меня стреляет, сальными мерами, все пацаны. Но мы выиграем. Меня вот только вот это радует. Молодец, артовод. В общем, ничего не получилось, три топора сделал, три семерки. То есть бои последние просто огонь. Просто огонь. Я такой фокус ловил. Вот обла залетела, там берушка залетела или другая обла. Непонятно что да как. И просто меня сразу в салат. Ладно, 50% побед. Что-то более-менее получилось. Сразу все обнулю. Не хочу на это смотреть. ВН-8-то, да? Остальное все не очень. Осталось 17-4. Я думаю, на следующем видео я буду добивать боевого братства. 17-4 буду добивать пытаться. Надо будет видео начать пораньше. Сейчас вот 2 часа ночи. Надо пораньше начать и добить. Не ждать до 2 ночи. А то, получается, поздно ложусь, а не высыпаюсь. И потом начинаются у меня проблемы, что я опять вот сижу допоздна и устаю. Вот почему у меня такое состояние уставшее. Не хочется просто играть. Потому что устаешь после где-то часа игры сильно. Еще поздно начинаешь, потому что там пока поешь, пока там что-то посмотришь, отдыхаешь после работы. Ладно, надо завершать. Тут у меня кодировка еще 76%. Не заказ закончится. Видимо, на ночь оставлю. Компьютер включенным. Все, всем пока. Всем спасибо.